обучение, как правило, было разочарование. Потому что такое обучение, то, что они дают, это, знаете ли, каждый нормальный наставник должен давать своей команде. В компании Big Sub настоящее профессиональное обучение, и миссия компании сделать так, чтобы вы, каждый из вас, был профессионалом, профессиональным бизнесменом. И также это компания, которая дает нам прибыльные источники дохода на основе партнерского маркетинга. Мы его с вами сегодня разберем, и я вам покажу каждую цифру, которая там заложена. И плюс, наверное, вот каждый из вас стремится к тому, чтобы на пассиве, да, зарабатывать. То есть мы все хотим какой-то период времени просто перестать работать. Смотрите, как кайфово, да? Остановиться, не работать, жить свое удовольствие, но деньги поступают в ваш бюджет без вашего участия. Так вот, ребят, компании Big Sub от 500 тысяч рублей, если мы поработаем годик слаженно в команде. При средней активности, я не говорю, что это только лидеры сделают, да, но, ребят, я не говорю вам, заметьте, что приходите завтра, послезавтра, там, через месяц, вы миллионеры. Нет, ребят, это надежная компания, в которой нужно сделать шаги, поработать сегодня, чтобы завтра деньги работали на вас. То есть мы сегодня с вами в течение полугода, года будем делать шаги, которые приведут нас к такому результату, что мы с вами заработаем очень хорошие деньги на партнерском маркетинге и на постмайнинге, то есть от 500 тысяч рублей. Ребят, просто будет поступать на полном пассиве 500 000 каждый месяц. И это не предел, может быть даже больше. Поэтому каждый сейчас подумает, если у вас сейчас такая возможность походить там на работу куда-то, где вы сейчас работаете год, да, а потом уволиться, и 500 000 каждый месяц будут также поступать в ваш бюджет. Либо у вас сейчас есть какой-то проект, да, допустим, где вы можете поработать, а потом просто перестать работать и на пассиве зарабатывать. Сразу скажу, что, вот смотрите, я вам говорю, да, у нас партнерский маркетинг и постмайнинг. То есть мы идем по партнерскому маркетингу, а параллельно на постмайнинге начинается добыча крипты. Я сейчас объясню, в принципе, что это такое. Но на чем я хочу остановиться? Я вам не говорю, что пассив ваш будет на партнерском маркетинге, потому что, ребят, услышьте меня, когда вам говорят, вы можете выйти на пассивный доход, я всегда спрашиваю, за счет чего? Мне говорят, Ирина, ну вы построите там тысячную структуру, а потом можете не работать. Это обман. Такого пассива нет ни в продуктовых компаниях, ни в каких-либо. Там, где идет партнерский маркетинг, любой, неважно, сетевой бизнес, нет пассива, если ты построил команду. Потому что если ты перестаешь работать, твоя команда со временем тоже перестает это делать. Твой пассив просто уйдет на нет, в ноль. Это уже доказано, да, я это тоже проходила, поэтому говорю так, как есть. Я вам говорю, что у нас пассив будет на постмайнинге. Что это такое? Майнинг – это добыча. Добыча криптовалюты. Почему пост? Это такое новое направление майнинга. Да, вы, наверное, все знаете, что многие добывали крипту таким образом, что ставили фермы, покупали мощные компьютера, там мощные видеокарты, шла расшифровка там шифров, они за это получали свои вознаграждения и так далее. То есть это нужно затраты на оборудование, затраты на электроэнергию, плюс ко всему представьте себе, что еще это все периодически ломается, да, соответственно, это тоже постоянное вложение. Так вот, друзья, в 2017 году появилось это направление, новый протокол добычи, сейчас в 2019 году очень актуальное направление, даже Ethereum сейчас переходит на этот протокол. Почему? Потому что вам не нужно никакое оборудование покупать. То есть вам не нужно никаких вложений, вам не нужно никаких энергозатрат, вам нужно просто стать участником ноды. Нода – это платформа для добычи. Мы с вами идем по партнерке, у нас параллельно начинают образовываться кошелечки на вот таком майнинге. Мы сюда ничего не вкладываем, мы сюда с вами никого не зовем. Это полный пассив. То есть мы работаем по маркетингу и здесь с вами у нас начинают образовываться кошелечки, они с каждым разом все пополняются и пополняются. И чем мощнее, чем больше монет на этой ноде, тем больше у нее производительность, то есть тем больше у нее мощность. То есть получается три фактора, которые влияют на мощность добычи. Это
количество монет всего на ноде, количество монет ваших в кошельке, плюс количество дней, сколько монет работают на этой ноде. Отсюда производительность. И это не перекладывание денег из кармана в карман. Это абсолютно обоснованно. Это добыча крипты. Давайте пойдем дальше. И сейчас я остановлюсь немножечко, да, на том, что основной маркетинг у нас на биткоинах. Почему взят биткоин? Ребят, я вам скажу, что, вот, знаете, у руля стоят парни, мы сейчас с вами тоже о них поговорим, которые знают все о криптовалютах. Вот знаете, когда интересно, даешь информацию человеку, он говорит: ага, ну хорошо, я подумаю. Приходит домой и советуется с дядей Васей, да, который вообще на заводе там, я не знаю, подшипники делает. А потом звонит и говорит: ты знаешь, я с дядей Васей посоветовался, наверное, нет. А дядя Вася понятия не имеет, что это такое. Так вот, ребят, почему биткоин, почему ребята, наши основатели выбрали биткоин? Потому что у них в свое время тоже была фирма, она, по-моему, и сейчас есть, насколько я знаю. Они знают о крипте от и до. Они знают эту нишу на все 300%. Поэтому взят биткоин не просто так. Есть скептики, которые говорят, там, не да, ой, Ирина, уже поздно, или там, ой, это мыльный пузырь. Вот смотрите, я с биткоином познакомилась 4 года назад. Монета стоила $280, ребят, $280 за монетку. Сегодня 10 300. Есть разница? Вы где-нибудь видели такую денежную единицу, такую монету, которая бы настолько выросла за 4 года? И да, был скачок до $19 000, потом этот скачок спустили. Это все делается искусственно, да, почему? Потому что у людей губит жадность. Люди, когда увидели вот этот вот рост бешеный битка, что начали делать? Все продавать, квартиры, машины, скупать этот биткоин, а потом сидеть и переживать, чтобы он еще дальше вырос. Сразу скажу, да, на пике роста крипту никто никогда не покупает, у нее очень сильная волатильность. Поэтому, друзья, вот губит людей жадность. А сейчас эти люди говорят, что вот это все шатка-валка и так далее. Вот я за то, что всегда подходить с холодной головой. Я вам сейчас не говорю о том, что нужно какие-то прям бежать, скупать эту крипту, потому что да, биткоин к концу года будет стоить порядка 30-35 тысяч долларов за единицу. Но есть менее рисковые варианты. Я всегда за то, чтобы минимизировать риски. Мы сегодня можем начать с минимума, зарабатывать биткоин, а к концу года наблюдать, как он просто растет в нашем кошелечке, и мы будем радоваться этому. А можно сейчас опять же включить скептика, да, а к концу года кусать локти. Дело каждого. Теперь давайте разберемся. Вот 4 года назад, когда я узнала о биткоине, тогда вы знаете, процентов 20, наверное, только знали, что это такое за валюта. Сейчас прошло 4 года. И сейчас только, ну, наверное, процентов 20 не знают, что такое крипто. Ребят, всего лишь 4 года прошло. Что это означает? Люди узнают, люди вникают. Потому что есть классная поговорка: кто владеет информацией, тот владеет миром. Ребят, вот все не стоит на месте. У нас мир движется вперед, все развивается. Когда-то мы не могли поверить, что у нас будут сотовые телефоны, пластиковые карточки и банкоматы, онлайн-банки. Но сегодня это есть, потому что это удобно. Также с биткоином. Он будет. Почему? Потому что это удобно. Нет никаких посредников, да, это децентрализация, это надежность, анонимность. То есть я взяла любое количество монет, отправила в любую точку мира, мне не позвонят с банка, мне не заморозят мои платежи, и просто человеку отправила столько, сколько я хочу, моментально. А теперь скажите мне, будут ли пользоваться криптой? Конечно, это удобно. Если есть спрос, значит есть рост. Теперь давайте по конкретным цифрам. Капитализация биткоина на сегодня 250 с лишним миллиардов долларов. Ребята, представляете, какая-то махина. Какой пузырь может быть? Тут даже, я не знаю, да, если бы я сказала, опять же, да, вот давайте мы сейчас и дружно закупим биткоин, а потом будем кусать локти там, и грызть ногти, переживая, ждать, как он поднимется, а я вам сегодня говорю о том, что можно вместе с нами, с минимума, совершенно с маленьких сумм, да, бизнес-места, начать свой бизнес и заработать бесконечное количество этой монеты, а потом радостно наблюдать, как она растет.
Кстати, я когда-то тоже, знаете, не особо верила в биткоин. И первая моя компания была на биткоине, и я заработала первые 10 битков, помню, и сразу же купила автомобиль, потому что я думала, что это ненадежно. Но, ребят, биткоин тогда стоил 280 долларов за монету. 10 битков отдать за авто среднего класса. Я думала, что материальное будет как-то надежнее. Но, ребят, сегодня эти 10 битков – это, ну, такая нормальная квартира в хорошем доме. Да, в Сочи, ну, можно даже дом купить. Поэтому хотим мы, не хотим, биткоин входит в нашу жизнь, и это нужно понимать. Наши основатели – два молодых, замечательных парня, улыбает, когда говорят о том, что это люди не настоящие. Мне так нравится, очень даже настоящие, потому что знаю их лично, видела их в Москве. В Питере мы встречались, и парни настоящие бизнесмены, это успешные люди. Им по 30 лет, ребят, вы подумайте, 30 лет, люди добиваются такого, что люди многие за всю свою жизнь не видят, не могут добиться. Они долларовые миллионеры, они топ-лидеры MLM-бизнеса. Есть чему поучиться? Конечно. Они знают, как зарабатывать в этой индустрии. И они нас тоже, кстати, учат. Мы постоянно от них получаем полезный контент. Плюс ко всему, у обоих парней есть бизнес на земле. Они знают, как это строится. И плюс ко всему, ребят, вот они всегда в развитии. Они всегда где-то учатся, они всегда чему-то новому обучаются. И при этом у них есть колонка активов, которая приносит в их жизнь деньги без их участия. То есть у них есть понимание финансовой грамотности. Они знают, как не только зарабатывать, но сделать так, чтобы деньги всегда приумножались. То есть поработать сегодня, а завтра ваши деньги работают на вас. Вот просто давайте порассуждаем, просто себя отнесите к категории, какой вам самим, да, выбирать. Я вам сейчас просто скажу. Есть мышление разное у людей. Есть люди, которые наивно полагают, что в интернете главное успеть. Я сейчас наблюдаю за многими людьми, которые звали в одну матрицу, сейчас бегут в другую матрицу, и они почему-то уверены в том, что они разбогатеют, бегая по открытиям на старте, снимая сливки. Но если посмотреть на них, они всегда без денег, обратите внимание. Почему? Потому что важно не успеть, важно понять, как это делать и как зарабатывать. Есть мышление бедных людей, а есть мышление богатых. Так вот, как раз вот эти бегунки относятся к категории, у которых мышление ограничено бедных людей. Таким людям просто, да, вот дай им 5 миллионов, что они сделают? Они их просто спустят, да меньше, чем за месяц спустят, накупят автомобили, еще что-нибудь, и все на этом. Если у богатого человека, у которого есть мышление, да, понимание успешности на самом деле, который обучается и растет, забрать у него 5 миллионов, он заработает 10. Почему? Потому что он знает, как это делать. Поэтому многие долларовые миллионеры, многие бизнесмены, которые успешно развиваются, если вдруг они где-то ошибаются, они зарабатывают все равно еще больше и встают на ноги. Почему? Потому что они знают, как это делать. А теперь просто подумайте, как бы вы хотели прожить эту жизнь, да, где-то всегда подзарабатывая, колымя и успевая, либо просто-напросто придя обучаться и расти, по-настоящему становиться успешным, понять, что такое финансовая грамотность и сделать бесконечные источники дохода в свой бюджет уже без своего участия. И заметьте, я не говорю, что ничего не надо делать, деньги будут к вам приходить. Нет, ребят, я говорю о том, что нужно поработать сейчас, чтобы завтра деньги работали на вас. И если вам с нами по пути, то дальнейшая информация точно для вас. Давайте рассмотрим маркетинг. Это первая фишка компании, почему говорится инновация. Вы когда-нибудь видели, чтобы админы свои доходы отдавали партнерам? Где-нибудь вы такое видели? Так вот, у нас то самое происходит в нашей компании. Есть головной аккаунт, самый первый. Во многих проектах это аккаунт основателей, да, они открыто об этом говорят. Ребят, мы стоим первые, поэтому мы зарабатываем. У нас тоже есть первый аккаунт, то есть в любой компании есть кто-то первый. И это аккаунт наш с вами. Это аккаунт компании BigSup, аккаунт BigSup для партнеров.
Отсюда 60% уходит на ранги, то есть головной аккаунт распределяется партнером. Каким образом? Каждый месяц, 7 числа, мы получаем денежные вознаграждения от компании на свои кабинеты. То есть мы получаем по рангам, например, да, ранги как получать, я вам тоже чуть позже покажу, это очень просто. Но самая фишка, знаете, в чем? Вот вы получили ранг первый и не единоразово вас поощрили. А теперь с этого дня вы каждый месяц за свой первый ранг получать будете какую-то сумму денег. То есть вы поработали сегодня, чтобы деньги завтра работали на вас. Вы закрыли второй ранг, и у вас снова каждый месяц есть постоянный доход за ваш второй ранг. Есть к чему стремиться? То есть вы сделали сегодня какие-то действия, да, вот у вас есть какие-то потребности, там, за детский садик платите ребенку, я не знаю, там, коммунальные платежи ежемесячные, это наши ежемесячные расходы, которые у нас у всех есть. Так вот, вы закрыли ранг, и вы знаете, что каждый месяц, да, эта сумма будет вам поступать. Плюс отсюда же уходит с головного аккаунта 10%, это приложение, которое очень скоро нам презентуют, у нас была встреча с основателями, буквально вот 14 числа, на которой они сказали, что все готово, осталось синхронизировать, да, это приложение с самой системой, чтобы партнеры, которые ставили такое приложение, получали нулевой ранг. То есть вы становитесь партнером компании, ставите приложение, и 10% вот с этого головного аккаунта, как нулевому рангу, вам опять же каждый месяц падает. Один раз вы сделали действие, и каждый месяц вы зарабатываете. 30% уходит на, конечно же, поддержание системы. Меня очень часто спрашивают, да, Ирина, хорошо, если там все отдается партнерам, но что содержит систему? Вот вам ответ. Отсюда 30% – это развитие нашей компании. Но, ребят, сюда еще входит оплата нашего с вами обучения. У нас ведет риторику. Вот представьте себе, что такое риторика. Я сначала тоже как бы думаю, интересно, да, риторика, никогда не сталкивалась, сама обучение по риторике не проходила, хотя очень много курсов закончила. И думаю, интересно, да, и я зря это недооценивала. Опять же, всему свое время, видимо, пришло время мне эти знания получать. Потому что вы предприниматель. Вот представьте себе, вы открыли рот, у вас там через два предложения, понятно, уже уровень развития человека, понимаете? И никто не будет строить бизнес с человеком, у которого абсолютно безграмотная речь. Поэтому нас учит такой профессионал, как профессор филологии Наталья Орлова. Она не бизнес-предприниматель интернета, она земной абсолютно человек, да, у нее есть свои ученики на земле, она преподает риторику нам с вами. Представляете, сколько ее труд стоит, сколько оплата часовая вообще стоит, чтобы она для нас работала. И она в штате Академии BigSap, то есть она штатный преподаватель. И вот представьте, насколько важно, да, знать, как перевести разговор на свою сторону, знать, как там язык мимики жестов, избавиться от каких-то слов-паразитов, грамотно построить свой бизнес-предложение. Это все нам дается на риторике. И это на самом деле... Очень такая нужная, важная информация. Это все оплачивает наш головной аккаунт. Опять же, вам, как партнеру компании BigSap, абсолютно безоплатно. Приходите, обучайтесь. Второй преподаватель, который у нас есть в штате, это Анастасия Бердникова. Это бизнес-тренер, у которой 10-летний опыт работы. У нее свой тренинговый центр на земле в Санкт-Петербурге. Понимаете, она не раздутый инфобизнесмен интернета. Она знает свое дело. Человек вообще работает на земле, да, у нее на земле она проводит тренинги, обучение для руководителей, для организаций, и опять же ее работа оплачивается с головного аккаунта, а мы с вами получаем это обучение безоплатно. Итак, основной маркетинг 7 обязательных пулов. Почему обязательных? Потому что у нас автопереход. Многие люди почему-то недооценивают вот этот пункт, да, как автопереход. Я вам сейчас объясню, что происходит, когда его нет. Всегда смотрите. Это минус в компании, если нет автоперехода. Случается следующим образом. Все работают, да, активно работают. Вот представьте, вы пришли, заняли позицию, под вами встали люди. Вы начинаете активно приглашать, эти люди за счет ваших переливов закрываются, забирают деньги и уходят. Вам нужно опять проделать эту работу для того, чтобы ваша команда двигалась вперед.
Многие люди сливаются на первых же этапах, да, многие где-то посередине. И самые сильнейшие доходят до финиша, до каких-то больших денег, потому что люди уходят из системы, у всех потребности разные. Кому-то там хватит на пачку сигарет и бутылку пива, он счастливый все снял и побежал, да, кому-то достаточно купить там Volkswagen Polo и тоже выйти из системы. Поэтому, друзья, у нас зарабатывать можно на каждом из этапов огромные деньги, но при этом мы автоматически двигаемся вперед. Все мы автоматом переходим все 7 пулов. И каждый пул позади нас бесконечно работает на реинвестах. То есть нет такого, что вы вот сюда дошли до 7 пула и бизнес закончился. Везде идут бесконечные начисления. 3 лидерских пула – это виповские пулы, они по желанию для тех, кто пришел уже за очень большими деньгами. Что такое пул? Ребят, это матричный маркетинг. Опять же, это мой опыт и опыт многих людей, поэтому можете открыть окей Google и спросить, да, либо там Алису. Самый надежный маркетинг – это матричный вообще в MLM-бизнесе. Потому что нужно учитывать, опять же, да, всегда смотрите на 2 нюанса. Первое – это то, что реально все 100% уходит в сеть. Вот сейчас модно говорить, да, у нас 100%, у нас 100%. На самом деле, начинаешь считать, там 50 нет. Просто такой обман наглый. А люди у нас начинают вестись на обещания. И очень часто наблюдаю, что они читают шапку предложения спамеров, что там не надо приглашать, клоны, переливы, 100% сеть, вообще ничего не надо делать, да, и так далее. И дальше они не смотрят. Хотя очень важно просчитать сам маркетинг. Второй пункт. Если в матрице ничего больше нет, то есть одна голимая матрица. В таких матрицах обычно людям начинает становиться скучно. Они закрываются, снимают сливки и бегут дальше. Еще есть несколько нюансов, да, по которым можно определить, насколько долговечна матрица, но самый главный нюанс всегда смотрите. 100% сеть должно уходить сразу в начисление партнеров и сразу быть доступно к выводу. То есть деньги не зависают в системе, что дает полная надежность и того, что здесь скама априори быть не может. И это очень важно. Итак, ребят, у нас тринар. Что это значит? 3 по 3, да? Есть бинарные системы, 2 по 2. Есть тринар, все очень просто. На самом деле 3 по 3 и просто полетели. Это очень быстро. Но у нас есть свои фишки маркетинга, сейчас я вам их покажу. Смотрите, первый ряд – это линия линейки. Да, вот первые 3 под 2 – это линия линейки. Что это означает? Вы зарабатываете, если сюда становятся ваши лично приглашенные. Вот эта линия – наша основная выплата. Вот эта линия – это дополнительно. Да? Вы поприглашали, получили. Но вот с этой линии вы получаете все. Неважно, кто сюда встал. Перелив, ваши партнеры пригласили. Неважно, кто встал в эту линию, вам идут начисления с каждого аккаунта. Встал аккаунт, денежка прилетела. Вот сюда прилетел перелив, этот спонсора. Он пригласил 3 человек. Эти 3 встали в ваш тренар. И вы уже заработали и вывели сразу моментально на свой кошелек. Если сюда встал ваш партнер, круто, вы заработали по линейке. Ваш партнер становится в линию тринара, здорово, вы получили и линейку, и тринар одновременно. Но есть классные фишки, которые нам дают возможность бесконечно быстро зарабатывать и двигаться очень быстро по нашим вот этим пулам. Это реинвест. Работают они здесь просто шикарно. Я вам сейчас объясню. Наши ребята, кто сейчас уже работает, вот уже на себе ощутили этот кайф от этого маркетинга. Смотрите, вы зашли. Заняли позицию. К вам зашел партнер Наталья, она мега активная, да, она закрывает свой тренар, у нее происходит автореинвест, и она снова становится ваш тренар, понимаете? То есть вы заработали здесь, заработали по линейке за Наталью и заработали за тренар, потому что это ваша тренарная линия, с которой мы зарабатываем все абсолютно моментально. Наталья реинвестнула снова к вам, и она опять закрывает свой тренар, и опять ее люди становятся в вашу тренарную линию, вы зарабатываете, и Наталья тоже зарабатывает. Наталья снова реинвестнула, и она снова становится ваш тренар. То есть один активный партнер, по сути, может закрыть ваш весь тренар, который у вас есть. Но еще есть одна фишка. 2 раза
мы реинвестим под своего наставника в свободную ячейку тренара. На третьем реинвесте Наталью ставит система в слабое звено всей структуры BigSub. Вот пришел новичок Иван, только еще разбирается, только узнает маркетинг. Здесь Наталья раз-два реинвестнула, на третий раз ее система ставит на подмогу Ивану, она закрывает свой аккаунт и возвращается к своему наставнику. Что произошло у Ивана? То есть вот Иван, Наталья прилетела, перелив от вообще от другого спонсора, да, на подмогу. Наталья закрывает тренар, закрывает линию тренара новичку, и он тоже уже в прибыли. Классная мотивация двигаться дальше. Когда ты видишь деньги, реально их можешь тут же вывести. А теперь давайте посмотрим. Я уже сказала вам о том, что мы с вами зарабатываем с нижнего ряда, с 9 аккаунтов. Неважно, кто туда встал. Это ваша выплата, она будет всегда, абсолютно всегда. Давайте посмотрим. Выходы, вот эти выходы, это с 9 нижних аккаунтов. То есть нижние 9 приносят всегда вот это начисление. Плюс, сколько вы поработали, это линейка. То есть вход в систему у нас 4000 биткоинов складывается из 1000, 3000 линейка и тренар. Сейчас я объясню, что это такое. Вот смотрите, линейка это вот это, если люди встают к нам первую линию, мы получаем по линейке. То есть вы видите, да, что в первом поле линейка 1000. То есть встав сюда ваш партнер, сразу же вам начисляется 1000. Партнер становится вот сюда, в нижний ряд, вам начисляется и линейка 1000, и за тренар одновременно. Теперь давайте смотреть. Выплата. Вот вход на сегодня, да, порядка там 3000 рублей. Ребят, а теперь посмотрите, вы на первом выходе зарабатываете уже больше, чем в 2 раза. И это только по тренару. И неважно, кто туда встал в эту линию. То есть это ваша выплата, которая гарантированно, да, у вас будет в компании. Если вы не приглашаете, ребят, это будет больше, вы должны понимать. Но если вы активно двигаетесь, то это будет моментально, очень быстро, да, вы заработаете вот эту выплату и плюс сколько вы поприглашали. А теперь, внимание, самый главный момент здесь в линейках нашего маркетинга. Ребят, во всех компаниях есть рефералка. Линейка – это то же самое, рефералка. Только в компаниях обычно вы пригласили, вам один раз начислили, и все на этом. У нас в BigSub вам линейку начисляют за одного и того же партнера бесконечно. Где вы такое видели? Теперь смотрите. Допустим, вы вначале пригласили 10 партнеров на первый пул. Они зашли за вами, вы сразу же получили свои 7 тысяч здесь, да, получили по линейке плюс 7 тысяч по линии. То есть всегда вот эта выплата плюс сколько вы поработали, плюс линейка. Теперь смотрим. У нас автопереход на следующие пулы, то есть партнеры за вами перешли на следующий тренар, и вы опять получили по тренару за нижних 9 порядка 40 тысяч и плюс 20 тысяч, такой приятный бонус за то, что ваши 10 партнеров перешли за вами, переходят они на полном автомате по маркетингу. Ваши 10 партнеров двигаются за вами по направлению к 7-му пулу. Вот смотрите, на 4-м, по сути, вы уже миллионер. Почему? Я сейчас объясню. Первая выплата всегда чуть меньше. Почему? Потому что у нас покупается автоматом следующий пул, правильно? То есть за вычетом 2-го. Но вторая выплата и бесконечная будет вот эта. Потому что следующий пул у вас уже есть, и он уже не вычитается. То есть вы получаете всегда бесконечное количество. И постоянно реинвестят ваши партнеры, ваши тренары. То есть вы же видели, да, я вам объяснила, что ваш партнер может реинвестить вам бесконечно в один и тот же пул. И с каждых реинвестов вы будете зарабатывать и линейку, и тренарные начисления. Всегда за одного и того же партнера. Вот пришла к вам Наталья вот сюда, закрыла свой тренар, встала вот сюда в нижний аккаунт, и вы получили за эту же Наталью, опять же, с одного же пула, за одного и того же человека 2 раза. Встала на третий раз к вам, и вы опять получили третий раз в одном и том же пуле за ту же Наталью. Понимаете? Поэтому смотрите, и наши партнеры на автомате переходят за нами. На 7-м пуле мы уже с вами получаем только первая выплата порядка 14 миллионов, а позади в 2 раза больше однозначно уже на реинвестах, да. И плюс ваши же 10, которые пришли когда-то с вами на первый пул, перешли на 7-й автоматически, да,
не по желанию, а автоматически. И плюс 2 миллиона сверху за то, что ваши 10, Маня, Глаша, там Катя, да, и так далее, перешли с вами с первого пула. Сейчас очень много партнеров работает на двух пулах сразу. Вот посмотрите. Если мы с вами заходим на два пула сразу, у нас вот эта выплата, ее нет, она сразу вот эта, большая. Потому что второй тренер уже куплен. И за одни и те же действия партнеры наши зарабатывают от 600 тысяч рублей, пригласив троих. И если ваши трое пригласили трое, там больше 60 тысяч получается на руки. Вы сразу зарабатываете. Выгодно? Конечно, выгодно. Плюс сразу получаете ранг от компании, и мы с вами тоже об этом поговорим. Теперь я вам покажу на конкретном примере, как мы считаем маркетинг, почему я сказала 100% сеть. А теперь смотрите. Вход 4000, тысячная линейка, 3000 тренар. Вот вы встали, к вам пришла Ольга. Вход у Ольги 0,004, да? Вы получаете по линейке сразу же моментально 1000. По тренару уходит начисление вашему наставнику или вышестоящему, кто стоит над вами, потому что его эта линия тренара же, правильно? То есть эта сумма сразу же разлетелась в системе. Вот сюда встал ваш партнер, у него 4000 вход, 1000 за то, что вы пригласили линейка, и 3000 за тренар. Сразу же разлетелись в систему. И все 100%. А теперь смотрите, на примерах, да, допустим, мы с вами, у нас нет второго пула, мы с вами сейчас посчитаем, как распределяются средства. Если нет следующего пула, да, у нас автоматический переход, у нас смотрим, второй пул у нас стоит 0,0015. У нас внизу всего 9 аккаунтов по 3000, то есть это 0,027 биткоинов, правильно? 3 умножить на 0,03. Ой, 9 умножить на 0,03. Извиняюсь, 9 аккаунтов на 3000. Минус автопереход. Извиняюсь, считаем 0,015, второй пул стоит, да? Минус, то есть 0,015, сразу вот так вот обведу, чтобы было видно, 5 аккаунтов по 3000. 0,009 это наша первая выплата, если нет следующего пула. Это 3 аккаунта по 3000. И остается 0,003 биткоина. Вот они, которые уходят вам на автореинвест. И так как здесь 0,003 биткоина, а не 0,04, да, то это тринарный реинвест. То есть если ваш партнер реинвестит, вот встала к вам Наталья, первый раз закрыла свой тринар и реинвестнула сюда, то линейка здесь первый раз не заложена. Но второй и все последующие вы получаете линейку, если она встает в первую линию. Но если это Наталья встала к вам сразу же в тринар, вы все равно получили за тринар, потому что 0,003 заложено тринарных начислений. Теперь смотрите. Чтобы не было такого, да, если у нас нет следующего пула, деньги там замораживаются. Нет, ребят, у нас нет такого, что вы там 3 человека встало, вы заработали, а потом сидите и ждете, пока у вас активируется следующий пул. Наши основатели сделали грамотный ход. Они вот эту сумму просто разбили на 9 аккаунтов. 9 тысяч на 9 аккаунтов. 1000 с каждого аккаунта сразу начисляется. То есть становится к вам человечек, часть денег сразу улетела на покупку второго, зарезервировалась вместо, часть зарезервировалась в автореинвест, и часть сразу же вам упала начислением на кошелек. Моментально. Давайте посмотрим, если у нас есть следующий пул, вот эта сумма не резервируется, резервируется только автореинвест. Поэтому вы, если у вас два пула, то вы сразу же с нижнего ряда получаете 0,0035. Вы практически уже окупили вход в первый пул. Теперь давайте я вам покажу, как это на практике работает. То есть вы встали, к вам прилетела переливом Наталья, она не ваш личник. За линейку получил тот, кто ее пригласил. Но Наталья пригласила двоих партнеров, которые заняли позицию в тринаре, и вам сразу же прилетели начисления за тринар. Если нет следующего пула, да, по 1000 за каждого. Наталья не ваш партнер, и это не ваши партнеры, но они заняли линию тринара, и вы уже заработали. Вы пригласили Сергея, вам упала сразу линейка. Вы пригласили Оксану, вам сразу упала линейка. Сергей пригласил троих людей, это партнеры Сергея. Он заработал по линейке, да, это его линия линейки, а у вас это линия тринара, вы заработали по тринару, и Сергей получил, и вы заработали. Оксана также пригласила троих, это ее люди, и вы заработали.
Вы пригласили Ирину, система смотрит слева направо, переливы у нас в свободную ячейку системы. Смотрит, здесь места нет, здесь смотрит, под Натальей есть место. Наталья к вам прилетела. Ваша Ирина становится ваш тренар переливом к Наталье. Вы получаете и линейку, и тренар, потому что это ваш партнер. Но Ирина пригласила троих, и у Натальи эта линия тренара, она опять заработала. Представляете, как классно? То есть, по сути, каждый партнер здесь помогает друг другу. Если, допустим, да, Ирина никого здесь не пригласила, только встала, а Наталья активная, и она закрыла линию тренара, сюда встали все ее люди, они попали к Ирине, и пригласив в свой пул, они закроют линию тренара Ирине, и неважно, что Ирина, это ее перелив, Ирина прилетела переливом, Наталья тоже перелив, они все встали под друг дружку и друг другу помогли, но это еще не все. Представьте себе, если это все ваши лично приглашенные, вы сразу по линейке, вот 12 человек стало, это 0,012, выгодно поприглашать? Да. А теперь представьте себе, вы закрываете тренар, у вас открывается второй пул системы. Сейчас это вот уберу. И вы занимаете там позицию. И самое классное, вот, наверное, мечта сетевиков, нет никакой юбки у вас закрылся тренар, у вас открылся второй круг первого пула, и вы заняли опять свою позицию. И вот здесь начинается самое все вкусное. Вы пригласили троих новичков, они встали к вам в новый пул. Ваша Наталья закрывает свой тренар, у нее происходит автореинвест, то есть здесь все занято, она становится во второй круг вашего первого пула. Становится в линию тренара, вы заработали, и автоматом становится на второй пул, и вы опять заработали за одну и ту же Наталью. И там еще на первом пуле зарабатывали, да? Здесь Сергей, он тоже закрывает свой тренар, он становится к вам во второй пул, вам начислилось. И он становится во второй круг первого пула в реинвестный круг, тем самым опять вам пришли начисления. Ваша Оксана также перешла опять снова к вам и туда, и сюда, и там начислилась. Здесь, представляете, вот ваши старички, они встали под новеньких, которые стали в первый ряд. Они пригласили по трое, и эти новички уже тоже все заработали. Все помогают друг другу. Здесь настолько классный маркетинг, и здесь столько денег. Я вам скажу так, когда я начала его изучать, этот маркетинг, думаю, почему так происходит, что никто раньше до этого не догадался. Это же гениальный маркетинг, и здесь масса вообще просто начислений. Здесь, представляете, когда у вас три пула, четыре, сколько реинвестных кругов, и каждый друг другу реинвестит, под друг друга все становятся, и постоянно капают деньги за каждое. Вот встал человек, упали, встал, упали, встал, упали. Одна и та же Наталья 50 раз к вам встала, вы 50 раз получили, понимаете? Я вам скажу, что я просто пришла к выводу, что этот маркетинг невыгодный для основателей, поэтому его никогда нигде не делали. А так как у нас даже головной аккаунт дается для партнеров, поэтому и маркетинг тоже для вас. Работайте и зарабатывайте. Реально здесь очень много денег. И в чем фишка, да, в чем плюс, опять же, да, здесь мне не нужно ждать закрытий никаких. То есть я получаю с каждого аккаунта, который стал, неважно, кто и пригласил этих людей, но они встали в мою тренарную линию. И мне не нужно ждать что-то, когда закроется, потому что аккаунт стал там на 4-5 пуле, блин, по 100 тысяч падает, ребят, 100 тысяч прилетело, я поехала с семьей отдыхать. Еще аккаунт стал, еще 100 тысяч прилетело. На 5-6 это уже порядка 1,5 миллиона. Аккаунт стал, 1,5 миллиона прилетело. Дело, я их вывела и потратила свое удовольствие. И что происходит, когда закрывали матрицы, получали по окончанию закрытия? Наверное, многие, кто работали, сейчас меня поймут. Мы заходили, не было никаких начислений, пока ты не закроешь матрицу. Происходило следующее. Все работают, денег нет. Я работаю, мои девочки работают, все работают, денег нет. И когда остается пара аккаунтов, мы не выдерживали просто-напросто, потому что деньги нужны всем сейчас и сегодня. За свои деньги зарегистрировали два аккаунта, купили два местечка со своего кошелька и получили разницу, да, за минусом того, что вложили. Да, классно, вроде как заработали. Все бы хорошо, если бы не одно большое «но». Вот эта сторона, это все, она стоит. Это не рабочие аккаунты, а эта сторона чья-то, я кому-то тоже здесь сделала не очень хорошо, да, это памятники мы их называем, а мои девочки подо мной тоже надо заливали,
И здесь у меня тоже встало, и на них не обидишься, всем нужны деньги. И эта страна тоже встала. Мне надо пол Китая. Какой пол? 3 Китая пригласить, чтобы вот это все сдвинуть. И выживали сильнейшие. Потому что, ребят, сначала заливают там 2-3 человека. Потом это делают все и каждый. Потом просто каждый, даже там разница, не знаю, в 1000 рублей, они готовы сидеть регистрировать, да залить пол матрицы, чтобы забрать эти там 200 рублей или 1000. И получается мертвечина просто, да, могильник мы называем, потому что, ну, реально своими словами говорю, как есть, потому что это уже потом встает и не работает. Кто это будет раскачивать? Кто вот это все дозалитое будет раскачивать? По этой причине я не хожу в матрицы с клонами. Всегда включайте голову. Вам говорят о том, что там приходите, быстро все закроется, потому что клоны нас закрывают, и люди, ой, ну, наконец-то приглашать не надо, побегу, спуститесь на землю. Клоны – это те же самые вот эти аккаунты, которые я за свой счет ставлю для заливки матрицы. Это ваши деньги. Клоны отчисляются из ваших средств. Вы что думаете, там основатели вам их покупают, что ли? Получается, та же самая система. Клонов сначала 200, потом 2000, потом 20 тысяч, а потом 200 их больше, чем людей реальных в системе. Кто эту махину, кто этот могильник будет раскачивать? И да, в таких компаниях первый месяц, вау, выплаты, круче проекта не бывает, выплаты, выплаты, а потом начинается печалька. А потом люди думают, ну надо же, такая глобальная там была схема, все это было настолько там классно и здорово, и все встало. А это было изначально понятно, просто люди не хотят считать, вот и все. Теперь давайте перейдем к пассивному маркетингу, который пассив, да, который у нас есть в компании. Вот здесь в таблице видно, что начиная с третьего пула у нас пошли по 10% отчисляться на ноду. Начинает работать просто майнинг. То есть вот эта сумма у вас идет на руки. За минусом, ну, 10%. Первая чуть меньше, да, потому что первая выплата меньше, вторая уже чуть больше. То есть каждый раз вы закрываете тренарчики, у вас отчисляются суммы на полном автомате. Вы сюда никого не зовете, ничего здесь не делаете. Делайте, просто заходите и наблюдайте, как циферки растут и капают в вашем кошелечке. Теперь давайте посмотрим. Минимальные расчеты, если мы с вами, я же сказала, да, ребят, один год при средней активности поработать, пройти 7 пулов, они у нас обязательные, да, вы хотите, не хотите, будете двигаться вместе с командой обязательными переходами, ваши партнеры также. Ваш личный майнинг составит от 150 тысяч рублей ежемесячно. От, ребят, 150 тысяч рублей ежемесячно. Если мы с вами пройдем все 10 пулов, а мы к этому и стремимся, ни я, ни моя команда не остановится, пока не сделает вот этот путь, 1,5 миллиона вашего личного майнинга. Но это еще не все, ребят. Все вкусное вот здесь. Ваши же партнеры тоже автоматом за вами переходят, у них также на автомате идут отчисления в майнинг, и у них тоже начинают майнить монетки, и вы в глубину до 5 линий еще и ревку получаете, вы туда никого не звали, вы идете по основному маркетингу, ваши партнеры идут за вами, деньги отчисляются, начинают майниться, и вы получаете как наставник процент своего вознаграждения. До 5 линий в глубину, ребят, вот за год активности, если в вашем 5-м поколении будет порядка 4000 человек, ребят, поверьте мне, это очень мало. Это очень мало, потому что сейчас я даже не знаю, сколько у меня в глубине. У вас может быть 2 личника, 1 личник, а в глубине 20 тысяч больше. И смотрите, мы посчитали только третий пул. Ой, что это за каракуля. Мы посчитали только третий пул. Самое минимальное первое отчисление, я сейчас не говорю про остальные. Мы считаем по минимуму. И вы получаете 350 тысяч по рефералке. И ваши 150, ребят, вот она сумма, которую я озвучила в самом начале для вас. 500 000 рублей. Ребят, вы год готовы просто сейчас сосредоточиться и год в команде, которая двигается, команде, в которой мы вообще поддерживаем друг друга. У нас никто никого не бросает, да? Да, активно взяться вот за руки, год сделать такой работы, 500 000 каждый месяц, помимо основного маркетинга зарабатывать. Либо 40 лет ходим на работу и пенсия в 10 тысяч рублей, тоже классный актив. Деньги без вашего участия ни в чем себе не отказывай, да. А если мы пройдем 10 пулов, ребятки, но здесь уже, опять же, мы только считаем по третьему пулу, здесь уже совсем другие деньги. 4 500 000 по партнерке и ваших 1,5 миллиона, ребят, 6 миллионов. Да блин, пусть у вас на это 3 года уйдет. Вы сейчас можете где-то 3 года походить на дядю, поработать, а потом сказать ему, аривидерчи, я ухожу, у меня там 6 лямов капает, нафига мне это надо. Если нет, вот вам вариант. Ну представьте себе, каждый месяц капает, да пусть даже 3 миллиона вам будет капать через 3 года каждый месяц.
Как ваша жизнь поменяется? Кайфово будет вам жить? Я думаю, да. Как знать, что каждый месяц вам капает какая-то сумма на учебу ваших детей, вашим внукам, вы вообще делаете бизнес, который просто сделает финансовую подушку вашей семье на долгие-долгие года, и это важно понимать. Плюс ко всему еще есть возможность закрывать ранги и получать ежемесячно 7 числа премию с головного аккаунта. 60% уходит на ранги. Мы с вами уже об этом говорили, да, я просто сейчас уточню. Что такое ранги? Ребят, очень просто. Первый пул закрылся, первый ранг получил. Вы видели эти пулы? Коротесенькие, да, совсем маленькие, при этом реинвестят ваши партнеры туда же, помогая вам закрываться. Первый ранг закрыли, первый ранг получили каждый месяц, начисляется сумма, 2 в кошелек. Есть к чему стремиться? Конечно. Не знаю, люди нормальные, амбициозные, которые пришли реально за деньгами, поработают сегодня, чтобы завтра деньги работали на них. Потому что вот здесь уже тоже миллионы, да, за ранги каждый месяц. За то, что вы просто имеете 6-7 ранг, вам капает каждый месяц премия больших денег. Уже просто на полном пассиве. Это колонка активов в ваш бюджет? Да, ребят, деньги приходят уже в ваш бюджет без вашего участия. И, конечно же, остановлюсь вот здесь, Big Sub Premium Club, что это такое? Это вообще вот здесь уже безграничные возможности, да, они будут еще больше и больше расширяться. Вы видите список привилегий, которые доступны в Premium Клубе. Начиная с 4-го пула, каждый партнер становится участником такого клуба. В Санкт-Петербурге открыта первая фотостудия компании Big Sub, Big Sub Studio. Уже принимают первые заказы, и вы, как партнер компании, можете открыть по франшизе в своем городе такую фотостудию. Это уже свой бизнес, который вы можете отдать по наследству своим детям, своим внукам. Компания будет прокачивать эту марку очень серьезно. Работает целая команда профессионалов сейчас. Очень мощная команда работает, и вам останется только просто руководить своим бизнесом. Плюс ко всему вы можете, как партнер компании, сделать, приехать бесплатно фотосессию в любую ближайшую к вам фотостудию по всему миру, сделать видеоролик, неважно, себе как туп-лидеру, вашему бизнесу, может, у вас там какая-то сейчас лавка там кондитерская, может быть, вы вещи продаете, вы здесь также продвигаете свой бизнес, вам делают здесь бренд, плюс делают вам бизнес-сайт, плюс у вас есть возможность, конечно же, путешествовать вместе с премиум-клубом, юрист, который будет всегда на связи, и менеджер, который будет... Где он менеджер? Вот он. И менеджер, который будет вас сопровождать по всем вопросам. Ребят, услышьте глубинную миссию. Это реально уникальная компания. Я такой компании не видела нигде и никогда за все свои 7 лет опыта работы в интернет. И у меня ощущение, и вообще я больше чем уверена, что все 7 лет я росла именно для Big Sub, потому что сейчас я понимаю суть того, где я нахожусь, и пытаюсь донести об этом людям. Вы здесь упаковываете знаниями, с помощью которых вы сможете всегда приумножать свои деньги. У нас следующее обучение по финансовой грамотности, да, штатный преподаватель сейчас у нас заходит новый, который будет нас обучать делать деньги на свои, то есть делать так, да, чтобы деньги ваши работали на вас еще плюс делать какие-то колонки активов. Плюс ко всему, у вас есть мечта открыть свой бизнес? Люди думают, что у них нет денег только, да, и это важная проблема. На самом деле нет знаний. Деньги вы можете заработать, но когда люди открывают бизнес, они не знают, что с ним делать, и бизнес проваливается. И это очень часто. Поэтому нужно понимать, как строить бизнес. Здесь вас упакуют этими знаниями. Вы можете открыть свой бизнес, который поможет вам вести компания Big Sub, вас будут направлять, вы здесь заработаете, вы сделаете себе финансовую подушку, вы заработаете на бизнес, вас упакуют как бренд, вас упакуют знаниями, и вы уже выйдете в мир большого бизнеса настоящим профессионалом. И эти знания можете передать своим детям и внукам. Я не знаю, насколько для вас это актуально, для меня очень научить этому своих детей, и я сейчас хватаюсь за эти возможности, чтобы оставить своим детям не только в наследство, там ту же гостиницу, да, которую они профукают, потому что не будут знать, что делать, но и передать им знания, которые дает компания Big Sub, для того, чтобы они тоже успешно им управляли. Ребят, еще важный момент, да, у нас на стадии развития, сейчас нам уже дали эту информацию, Big Sub запускает новое
направление заработка. Биксбэк — это тоже абсолютно пассивный ваш доход, в принципе, да. Вы идете также по тренарам, по пулам системы. Чтобы стать участником Биксап, Биксбэк, то есть это кэшбэк, да, платформы, вам необходимо просто быть партнером компании. То есть к вам приходят партнеры, вы ложите деньги на телефон, покупаете страховки на автомобиль, какие-то вещи заказываете через интернет, часть денег вам возвращается. Ваши партнеры делают то же самое, им возвращается, а вам выплачивается процент за рекомендацию. То есть это тоже очень хороший вид заработка, тоже в принципе на полном пассиве, да, который будет у вас у каждого. И плюс еще множество безграничных возможностей, которые нам ребята готовят. И поверьте мне, вот сейчас нету такого, да, что как есть там компании, которые там прогремели месяц, а теперь сдулись, да, мы идем равномерно, строим фундамент четко и качественно, потому что на этом фундаменте вырастет небоскреб. А с кем небоскреб этот строить, решать каждому, да, и поэтому участвовать ли в построении такого небоскреба вам, тоже решать только вам. Мы однозначно участвуем с вами или без вас, поэтому, да, тут у каждого свой путь в этой жизни, поэтому вы выбираете то, что близко вам.